Всем привет, меня зовут Антон, я из Днепра. Прошел и тренинг директологов позавчера. Прокачал свой навык настройки рекламы в сети. Теперь трафик как истребитель четко выследит. Я очень рад, что учился у Кости Горбунова. И всем советовать его я буду снова и снова. Он за пару месяцев сделал из меня монстр контекста. Я из конкурентов своих клиентов сделаю тесто. Анализировать ниши от строителей до стоматологов. Этому научился я на тренинге директологов. Были занятия по сайтам, по SEO, по УТП. О том же, как не спустить впустую на рекламу лаве. Четкое качество, четкая подача информации. У меня в голове произошла необратимая трансформация. Я понял суть директа и смысл AdWords. Теперь в рекламе я стал будто бы бессмертным монстром. Настроить мой таргет, да без проблем. На этом тренинге мы все будто бы сняли шлем. До этого сидели мы все будто в танке. Теперь, как говорится, спешек сразу в дамки. Писать релевантные заголовки и тексты. Я научился у Кости из монстр контекста настраивать таргетинг ВКонтакте и Фейсбуке. Этому нас всех научил Михаил Мажухин. Теперь мы все опасны и вооружены. Наши конкуренты по рекламе окружены. Нас всех обучали, как спецназ, стрельба на поражение. Это Д-11, как танк на боевом сражении. Тренинга директолога я занимался тем, что я разрабатывал лендинг-пейджи, интернет-магазины и сайты на заказ. И очень часто меня спрашивали, есть ли у меня какой-то знакомый специалист, который занимается настройкой и ведением таргетинга рекламы в Фейсбуке, ВКонтакте, на поиске, Google AdWords и Яндекс.Директ. Я отвечал, что у меня таких специалистов нету, они шли там куда-то, искали своих каких-то специалистов в этой теме, и я начал подумать, а почему бы мне тоже не зарабатывать на том, что не настраивать рекламу, не вести ее и так далее. Я начал в это углубляться в декабре 2016 года, посмотрел несколько каких-то роликов в Ютубе, после чего я понял, что они не дадут какого-то результата, начал искать каких-то тренеров, инфобизнесменов в этой нише, и попал, как говорится, случайно на один из вебинаров Кости Горбунова, после чего я сразу записался на тренинговый интенсив по Яндекс.Директу, и после него я тоже принял решение записаться на тренинг директологов, там, где я уже прокачал свои навыки в Яндекс.Директе, в Google AdWords, на MyTarget.com, ВКонтакте, в Фейсбуке, таргетинг и так далее. То есть мне это помогло тем, что я увеличил свои чеки, да, вот люди заказывают у меня сайты, я дополнительно еще настраиваю и веду рекламу. То есть с кем-то за фиксированную стоимость, с кем-то даже договорился уже за процент от прибыли, так сказать. То есть это очень круто, что этот тренинг существует, очень крутая обратная связь, и Михаил постоянно отвечает, и Костя нам постоянно в чате отвечает, и в группе на какие-то вопросы, которые создавали во время тренинга, да, какие-то там возможные сложности, которые они максимально быстро нам поясняли, разруливали и так далее. Плюс, что еще немаловажно, помимо вот тех занятий, которые есть в тренинге директологов, есть еще дополнительные вебинары, так сказать, поддерживающие, там, где мы можем задавать вопросы, и нам сразу же отвечают на эти вопросы полезной информацией. Поэтому всем советую не тянуть, как говорится, за лямку, а идти в тренинг директологов, и сейчас они там в новом формате будут, поэтому go в тренинг директологов.